Твери открылась новая зона отдыха. На бульваре Нагина завершено благоустройство пешеходно-прогулочной зоны. Накануне здесь прошел запуск фонтана. Этот небольшой фонтан с подсветкой стал настоящим украшением обновленного бульвара Нагина. Теперь по вечерам здесь собираются многие жители Пролетарского района. Если раньше сюда ходили только за покупками, то теперь на месте рынка создано полноценное общественное пространство. Сейчас как-то стало красиво, интересно. Хочется приходить гулять. Очень хорошо сделали, молодцы. Детям очень нравится фонтан. Раньше туда ходили далеко, а сейчас близко здесь. На всех этапах благоустройства этой пешеходно-прогулочной зоны вместе со специалистами подрядной организации и администрации Твери ход работ контролировали представители общественности. Итог большого ремонта жителям понравился. Было довольно-таки уныло, а теперь здесь здорово, лавочки, фонтанчик, просто очень-очень здорово, симпатично, особенно лампочки вот эти вот вечерами светятся. Очень романтично. Фонтан – это притяжение для всего народа, для детишек, для родителей, для семей. Семьи приходят сюда гулять, детишки радуются, улыбаются. Наш бульвар Нагина улучшился, появились новые торговые павильоны, брусчатка. И хотелось бы, чтобы сюда приходили не только жители района, но и жители всего города. Что касается организации торговли, то все павильоны работают. Для предпринимателей на бульваре Нагина организовано около 70 торговых мест. Социальные ряды тоже пользуются спросом, где местные жители, те же фермеры могут торговать своей продукцией. Напомним, прошлым летом на бульваре Нагина первым открылся большой крытый павильон, оборудованный системой видеонаблюдения, электроснабжения, с охраной и местами для хранения товаров. Затем были установлены отдельно стоящие павильоны, где сейчас можно купить продукты, хозтовары, сезонную и фермерскую продукцию.